Посмотри, медвежонок Панда едет на кабриолете. Привет, я малыш Панда. Привет, ты почему такой грустный, малыш Панда? Я решил прокатиться на своей новой машинке. Смотрю, она не раскрашенная. Ребята, нужно срочно помочь малышу Панде. Давайте раскрасим машинку кабриолет. Да, раскрасьте, пожалуйста, мою машинку. А я буду называть цвета. Давай начнем. Красный, оранжевый, желтый, серый. Черный, бежевый, голубой, зеленый, темно-зеленый. Малыш Панда, вот мы и раскрасили твой кабриолет. Спасибо, ребята! Получился очень красивый кабриолет. Теперь это будет моя любимая машинка. Счастливого пути, малыш Панда! Выбери картинку, чтобы просмотреть еще один мультик. Машину такси автовоз везет в таксопарк. Посмотри, у нашей машины крыша закрыта. Этот автомобиль заднеприводный, у него переднее расположение мотора. Водители ценили этот автомобиль за его спортивность и роскошь в отделке. Fiat 500 – это трехдверный хэтчбэк, маленький городской автомобиль. Эта машина очень популярна в Италии. Для начала нам нужны шасси, колеса, двигатель и бензобак. Это основные части любой машины. А теперь соберем бамперы. Подпишись на наш канал.